Всем доброе утро! У нас сегодня четверг, спортивный день. Муж внезапно вернулся домой, хотя должен был быть в Москве, поэтому мы приехали на стадион «Полет», где сейчас будем пробовать ставить Кирюху на коньки первый раз. Пока Алиса в садике, коньки у нее с 28 по 30 размер, как раз Кирюхе тоже подходит. Попробуем, посмотрим, первый раз постоит. Подержится, походит. Мам, смотри, ну и я покатаю нельзя. Заодно. Собаку нельзя. И топтать газон. Даже Wi-Fi здесь есть. Ничего себе. Сейчас возьмем еще тюбинг, ледянку. Все подряд. Сегодня хороший день. Минус 5. Солнышко даже сегодня наконец-то. Утром я встала. Боже, опять эта белая пелена. А вот сейчас распогодилось. Время уже 12:30. Мы только идем гулять. Какое красивое дерево, раскидистое. Красота. Ага, да. Как будто мы приехали на базу отдыха. Что, разминка, Кирюх? Молодец. Надо разогреться, да? Пойдем. Вот на лыжах там катается, видимо, школа какая-то. Вот школьники, кто-то идет, кто-то бежит, а кто-то на лыжах. Лыж нет, наверное. Вообще, школа обязана предоставлять лыжи, если у них в дисциплине есть физкультура на лыжах. Родители не обязаны приносить ничего. Ну, понятно, что это будут зашкольные лыжи, там какие-нибудь сломанные, переломанные, разные палки. И по росту неподходящие. Так, здесь у нас плакат со звездами футбола. Так, каток расчищен, катаются люди. Горка хорошая. Давай, Кирюшка. Да все, поехали. Самое главное, это не бояться упасть. Стоит. Стоит уже хорошо. Ой, ой, ой. Я сама боюсь. Кирюха, давай, топай. Ой, молодец какой. Давай, вперед. Давай, давай, тык-тык-тык-тык-тык. Нет-нет-нет, давай ехать. Не стоять на месте, а пытаться ехать. Давай, Кирюша. Сейчас я тебя поснимаю, зайчик. Ты сейчас за одну руку ехал, нормально. Кирюх, нравится тебе спортом заниматься? We'll be in a moment together.
собака сидела в снегу. По полю не ходить, она ходит. Так, Кирюх, ну что, поехали? Подожди. Давай, садись, я тебя подтолкну. Ты так? Ну-ка. Давай-ка. Сам поедешь? Давай. Давай. Ого! Я вышла на балкон уличный, подождать, когда дети оденутся на прогулку, потому что мне очень жарко. Вот кто-то тут страдал от безделия, оставлял свои следы. Время 5:30. Сумерки. Сейчас пойдем с детьми гулять вон туда, кататься с горки.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вы чьи? Я не знаю. Не знаете? Угу. Ну тогда можете не приходить домой. У нас здесь туннель. Вот здесь какой-то один вход, а там второй. Он не сквозной, здесь пещеры просто, да, понаделали? Ага. О-о-о. Ну-ка, Кирюха, показывай, что там. Ой. На меня. Алиса, осторожно, ногами, Кирилл. Класс, вылезайте. Тут сквозной. Круто! Ой. Так, второй полез. А ты что задом-то? Ой, почему задом? Не знаю, почему задом. Продержит. Нет, не надо. Продержит. Так нельзя делать, вдруг обвалится, а там Кирилл внутри. Мне же не хватит сил поднять комок. Кирюх, давай с той стороны вылезай. Эй, фонарь! Ты почему не горишь? Мне не видно ничего, снимать плохо. Вон там все горит. И вот здесь. А вот этого фонаря прям не хватает для съемки. Вот такая горка. Летом она вся у нас в каких-то ветках, в кустах. Осторожно! Здесь очень быстро съезжаешь. Там уже настолько накатано, что даже не стоишь на ногах. Поехали! Поехали, Кирилл! Ого, ты куда улетела? Да, знатно в этом году выпало снега. Вот машинка в снегу. А где-то здесь скамейки. А где-то здесь песочница. Ничего не видно. Горки уже наполовину завалило. И елочка наряженная стоит красивая.